Последний раз в Суперлиге 1 команда из Барнаула выступала 6 лет назад. Тогда флагман краевого баскетбола был всем известный Алтай Баскет. Долгие усилия для возвращения на прежние позиции и теперь уже на площадке клуб Барнаул. В первой игре против уфимца наши начали встречу вдохновенно. Уже через полторы минуты Барнаул ввел 7-0, к шестой минуте 13-2. И многие понимали, что таких хозяев не остановить. На самом деле мы оказались чуть посвежее физически, чем они, потому что состав игроков примерно одинаковый с обеих сторон. Но опять же, еще раз повторю, что мы рады получить эту первую победу. К первому перерыву гости отрыв сократили 19-10, но Барнаул крепко держал игру под своим контролем. Борьба под щитами, подборы – это все получалось у хозяев намного лучше. Было много контакта с нашей, с их стороны, полы показывают. Ну, парням сказал, сейчас скажу, что основное было на первую игру – это желание, мотивация, игра в защите, игра на подборах, и дальше уже идет тактика. То есть это первая игра, мне нужно было прятать эмоции, выплеснуть их максимально. При такой игре главный тренер гостей Эдуард Раут очень эмоционально устраивал разбор полетов для своих игроков. В некоторых моментах доставалось и судьям. Однако потом сказал, что вел себя еще скромно. На самом деле, это я не заводился на судей, так что не надо меня компрометировать. Когда я заводился на судей, я думаю, вся Россия это увидит. Сегодня ничего не было такого запредельного. 86-62. Победа за нами. Более чем уверенный старт в дебютной для клуба Барнаул лиге. Самые результативные игроки по итогу встречи в нашей команде — Андрей Семенов и Александр Мартынов. Они набрали 16 очков. Никита Баринов набрал 12 очков. Следующая встреча в это воскресенье. Барнаул против московского ЦСКА-2. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.